Анонс и точно до выхода 66-й серии турецкого сериала «Три сестры». 66-я серия сериала выйдет в эфир 12 декабря. Ранее в сериале мы увидели Тюркан и Самира. Мужчина говорит ей, что если она действительно желает понести наказание за то, что она натворила, то он сделает все для того, чтобы оно было получено. Он готов самолично стать ее палачом и заставить ее каждый день, каждую минуту жалеть о том, что она совершила, как она навредила его семье. Но девушка не совсем понимает, что Самир имеет в виду, говоря об этом наказании. Данюш говорит мужчине, что чем больше она думает о каждой минуте его существования в ее жизни, тем сильнее она ненавидит его. Мужчина чувствует себя подавленным под ее словами, но спокойно принимает их. Мюжган предлагает Садыку посетить вместе один хороший ресторанчик. Она осторожно касается плеча мужчины. Тот смущен ее словами и действиями. Он говорит женщине, что ему действительно приятно такое предложение. Но он вынужден отказаться от него. Тюркан напугана поведением Самира. Она интересуется у мужчины, куда он ее везет. Он, не отрывая взгляд от дороги, почти безжизненным голосом отвечает девушке, что собирается отвезти ее в ад. Эти слова пугают ее еще сильнее. Он привозит девушку к своей матери. Ючхан говорит ей, что помнит, что она столкнула ее лицом к лицу со смертью, и она никогда ей этого не простит. И теперь, находясь в этом доме, она, Тюркан, будет каждый день сталкиваться со смертью лицом к лицу. Самир говорит ей, что отныне этот дом будет для нее тюрьмой, а комната, в которую он ее привел, станет местом ее заточения. Он говорит девушке, что с этого момента их любовь окончена. Для того, чтобы Тюркан испытывала здесь больше боли, он также повесил на стене их свадебное фото. Девушка смотрит на него с печалью и растерянностью. Он говорит ей, что боль станет наказанием в ее пожизненном заключении. 66-я серия сериала выйдет в эфир 12 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.